Всем привет, с вами снова Эмп. Продолжаем гонять в Valorant. Не забыл в этот раз нажать рейтинг. Уф. Люди уже на золото вышли. Я все еще не могу без гребаной бронзы вылезти. Да что ж такое-то? А, так, ну ладно. Выполнили, считайте, ежедневку. Последнюю сюда сегодня. Это даст нам еще... Так, если мы победим, 1000 очков опыта дадут. И останется буквально 500 для того, чтобы открыть персонажа. Потому что не знаю. Это обычно для того, чтобы открыть кловер, много уже и не нужно. Клов, простите. Хотя мне проще будет назвать ее кловер. Так, потому что если мы ее наймем, у нас осталось еще, получается, 133 420 очков. За 24 дня накопить. Чисто технически в день я делаю около 30-ки. Ну, может быть, сейчас меньше. Так что как бы тут буквально-то, да? 6 дней. Ну, 7, неделька. От нуля до этого, до старта. От нуля до конца. И агент у нас. Ну, с другой стороны, быстрее будет открыть ее за счет наема вот этого. И черт подери, сегодня в магазине отличные штуки. Неплохая стилизованная винтовка. Даже с анимацией. Охуеннейший нож. Вот не сдать, не взять. Я обычно люблю черно-красную расцветку, но здесь что-то как-то не работает. Но вот именно стандартная, даже золотая. Я обычно не люблю золото в оружии, но здесь это прям смотрится. Прям охеренно смотрится. А это нет. Ну, такой себе ствол. И стимпанк. Тоже обожаю стимпанк. И вот надо было Киви Гекту и дивизию опозориться, да, и обанкротиться. Матч найден. Когда у меня есть бабки купить что-либо, мы не можем купить эту фигню, потому что, извините, банк Киви перестал работать. Чисто технически можно со всяких там сайтов донатить на местные коды активации вот этих V-баксов. Или как она там называется, да? И где здесь битва? Хочу сыграть сейчас за нее. Ну и да, донатить на местный этот. На коды активации денег... Код активации денег, ага. Но не хочу. Потому что всякие там платиру и подобные площадки мне не нравятся. Я им не доверяю. Поэтому пока не восстановят, скорее всего, нормальную возможность каким-либо образом оплачивать Valorant просто с карточки. Я пока в пролете. Ну что, будем копить, значит. Да, будем копить потихоньку. Хотя какой тут копить? Я себе заказал за место своего звукового системника нормальный микшер 18-портовый. То есть, либо 16-портовый, да. Либо 16 монопортов для микширования, либо 8, получается, этот, стереопортов. То есть, в каждый этот вставляется по 2. Единственное, надо будет опять... Кучу-хучу переходников иметь. Но это уже вопрос будущего. Потому что нужны будут провода с 3,5 джек на 6,3. И как они там, 2,5 дюймовые джеки. Соответственно, нужно будет как-то разветвитель лево-право, да? С моно на стерео... Ну, с моно. С стерео джека 1 на 2 стерео джека. Можно, кстати, посмотреть, может, есть такие переходники, которые сразу даются стерео 6.3 джек вывод. То есть, чтобы не нужно было покупать какие-то там переходниковые 6.3, а прям взять папа-папа 6.3. Просто в одну сторону воткнул и в переходник воткнул в другую сторону. Так, наверное, будет даже дешевле, проще найти. Какой-нибудь качественный, какой-нибудь звуковом магазине 6.3 джек профиль. Да, провод. Можно, конечно, еще выпороться и XLR каким-либо макаром завести, чтобы уж совсем профессионально. Но XLR 6...
Все, уже заговариваюсь. XLR кабелей коротеньких я никогда не видел. Они всегда длинные, специально для оборудования музыкального. Или для микрофонов, например. Вот. Ну и как бы на моих звуковых картах XLR как такового нет, к сожалению. Ну ладно, как я сказал, вопрос будущего, потому что этот микшер придет буквально только 15 числа. Это он только придет, это, соответственно, мне 15 числа его забирать, подключать, потом думать, как его... Так просто не сдадутся. Как его подключить к звуковым платам. Ужас. Короче, один день покалибровать, понастраивать, как обычно. Но, с другой стороны, мне не нужно будет включать три компа одновременно для стримов. Один для игры, другой для стрима, третий для, это, для звука, микширования. Привет. Привет. Здесь. Перезаряжаю. Я твой настоящий друг, и я желаю тебе хорошей игры. Здорово, Ванёк. Вот бы вы проиграли. Настоящий уёбок. Сука. Остался один враг. Но он был там же. Эйс? О, давайте. А кто у нас? А, Рейна. Враг на А. Перезаряжаю. Блин, а как он там охранил этот? Молодец. Сага, молодец. Спайк, забери. Оу, с первого раунда. Крусаучик. Рейна, напомни мне, что тебя трое за день. Сначала на лотусе, сначала сейчас здесь. Всем пока. Лаки, лаки. Ну-ну. Всем пока! Ястреб пошел! Сюда! Ястреб пошел! Враг ослеп! Осторожно! Да твою мать, что же он наверх-то постоянно лезет, а? Блять, слишком слышно было. Спина. Спина. Остался один враг. Нужно установить спайк. Спайк у меня. Я пришлю цветы. Их жизни бессмысленны. Пусть пожертвуют их мдам. Так, чуть-чуть бабла есть. Ой. Вперед! Бегом, бегом, бегом! Всем пока! Срежем! Ястреб пошел! Враг ослеп! Ястреб пошел! Враг на А! Всем пока! Подлечитесь! Спасибо! Да, сучоныш!
Получай! Слишком все-таки ходит влево-вправо прицел. Ну, 86 за 5 выстрелов. Это больше 20 метров падения урона. Плюс попал не в этот. Ну, блин, Сейдж, ты чё? Не забрал. Спайк на Б. Слева. Там же слева. Остался один враг. За углом. Всем пока. Уф. Уф. Бегом, бегом, бегом. Все, чувак, не успеет. Что это было за хаотичное тыканье по клавишам? А хуй его знает. Позор какой-то. Спайк у меня. Не успеет. Слишком долго бегал. Он хотел его отвлечь, типа, что это, убежал туда устанавливать. И у него бы все получилось, не будь он такой там медленный. Есть. Не могу понять. Энта-энта. Здоров, Сергей. Щито, как оно. Куда снеговик пропал? Ое! Берегитесь, монстра! Осторожно, ульта. Бегом, бегом, бегом! Осторожно! Ястреб пошел! Враг ослеп! Хорош! Вижу врага на А! Ограничен. Ястреб пошел! Враг ослеп! Враг на базе нападающих! Остался один враг. Командный эйс. Красавчики! Вот это по мне. Они думают, что знают, что такое боль. Они думают, что знают, что делают. Но сами ни о чем не подозревают. Они не знают ничего. Все не до единого Джон Сноу. Победа — это выживание. Ястреб пошел. Есть спайк на Б. Плохо. Перезаряжаю. Ястреб пошел. Враг ослеп. Ослеплю их. Спайк у меня. Они падут. Остался один враг. На охоту. Спайк на месте. Есть ультимейт. Ищите. Один есть. Остался один игрок. Мы на верном пути и не свернем с него. Бегом, бегом, бегом! Спайк здесь. Там. Здесь. Всем пока! Чувствуете их страх? Я побежала! Ставлю преграду. Сфера запущена. Один убит. Ослепляю. Ястреб пошел. Враг ослеп. Ястреб пошел. Да, блять, сзади. Сука, пока доставал оружие. Еще, еще, еще. Перезаряжаю.
Один игрок. Как же долго я доставал этот ебучий ствол. Ну, Брим, молодец. Все, пизда. Они сучи один взяли. Всем пока. А, блин, вовремя, вовремя. Тайминг. Прям на середине пути вырубилась штука. Хорошо. Все скины на вандал. Купите мне это. Спасибо. Ну, блять, как же долго Брим стрелял и не попадал, но как же из-за этого долго я доставал этот блядский ствол, чтобы прицелиться в него. Перезаряжаю. Круто, бегом, бегом, бегом! Сюда. Ястреб пошел. Враг ослеп. Осторожно. А я и залагала. Слышь, подними меня, я вверху. Ладно. Ах ты ж подонок, нахуй. Спайк на Б. Это он так быстро туда добежал? Повезло чуваку. Спайк установлен. Если я не зайду слева, тебя сейчас через решетку завалят. Блять, ебучий Один. Класс, просто заебись. Все готовы, не отставайте. Купите мне это, спасибо. Я побежала. ГБ. Я побежала. Фу, Один. Бегом, бегом, бегом. Там. Ястреб пошел. Ястреб пошел. Ограничен. Всем пока. Срежет. Спайк на месте. Стенку, стенку, стенку. Блять, Рейна, твою мать! Да, Рейна! Я не выжил, бля. Погнали! Вы можете скрыться в моих тенях. Бегом, бегом, бегом! Купите мне это. Всем пока! Что, все плохо идет, ребят. Всем пока! Да. Бегом, бегом, бегом! Стреляйте! Только так мы победим! Срежем! Вижу врага на А. Ослеплю их. А, и мне в голову с тобой пульки ставят. Я Сейш, убери, пожалуйста. Есть ультимейт. Только пропикай сначала. Да, блять! Один игрок.
Сука, как не везет, а? Да твою мать, Сейдж. Что ж ты так? Стеночка сначала, стеночка. Барьер установлен. Спайк установлен. Не пикай, не пикай на время. Да, не пищи, мышка. Не пикай. И тут сейчас как со спины. Остался один враг. Тренируйся усерднее. Тихо, тихо. Слева, 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 блядь! Дышите глубже. Ваши сердца стучат слишком быстро. Купите мне это. Спасибо. Я не знаю, как ты не услышал, типа, сзади топал. Ну ладно, нормально. И вот у меня хотел сказать, что сзади, но у меня микрофон отключился. Угу. Ну-ну. Один есть. Осторожно. Еще раз. Купил сучку новую. Привет. Три из трех. Я враг ослеп. Осторожно. Да, блять, куда ты? А? Сейдж! Твою мать, нахуя ты стену туда поставила? Помогите, помогите, помогите мне. Блять. Сверху, сверху, ёб твою мать. И все с одинами, падлы. Какую сучку новую? Здорово, Мэнсон. А, это в игре? Не, она же еще недоступна. Извините, ребят. Не забывайте, пули делают. Это уже второй раз, когда меня, блядь, тиммейт подставляет. Так, чтобы я убежать не мог. Купите мне это. То Рейна меня под этот бросила. Под ульту Бримстоуна сейчас. О, вот она. Что пришлось оббегать по правой стороне. Я вышел слишком далеко, и мне шлепнули. Прямо в лицо. Всем пока. Блять. Спайк на П. Остался один враг. Там кто-то снизу пробегал, прям 100%. Остался один враг. А, fuck my life. Спайк у меня. Спайк установлен. О! Ебать, он шустрый. У меня, Мэнсон, 60 тысяч опыта накоплено. Соответственно. Ну вот, а надо 200. Фу-фу-фу-фу-фу, один.
Я мид пикнул. Бегом, бегом, бегом! Время призвать стаю. Да? Я побежала! Борозиде. Ое! Берегитесь, осторожно, монстра! Не пушьте, не пушьте. Осторожно. С этой стороны монстр пойдет. Лишу их обзора. Ослеплю их. Ястреб пошел. Осторожно, бегом, бегом. Да, блядь. Спасибо. Заебись, Има. Ястреб пошел. Ослеплю их. Ебать, там Сейдж просто читерит. Остался один брат. Да ебаный светильник. Бегом, бегом, бегом. То есть в полете, блять, я в человека попал, в стоячего не могу. Жопа. Смена сторон. Приятно, не правда ли? А теперь повторим. Один ко мне. Сейдж, можешь ко мне сунуться. Либо не он, хотя... Окей. Если буду пушить, сразу скажу. Да? Осторожно. Хорош. На А. Всем пока. Не допрыгнул. Бегом, бегом, бегом. Хорошо зашел. Чем могу сказать? Эти паразиты уже никуда не денутся. Да что ж такое, бляха-муха. Я бы встану. Так, барсучья жопа. Там. Нарисован реально как барсук. Че, как оно? Ты пропустил сейчас эпичный момент. Стена готова. Осторожно. Сука! Да как они это, блядь, делают? Просто вышел нахуй и, блядь, в лицо. Сходу. Говно. Живите. Мид есть. Враг на миде. Ограничу обзор. Пока. Ставят. Спайк установлен. Перезаряжаю. Прикончила. Остался один игрок. Минус 100. Справа Брим стоит. Пистолет возьми, пистолет. Ясен хуй, Брим справа стоит. Его же усилок лежит вот здесь, в этом месте. Мне нужны только их же. Так, ладно, не буду я вылазить здесь, потому что здесь какие-то ебанутые чуваки на спидах. Твою мать, Сейдж! Как хорошо ты это делаешь. Да Б, фу, Б. Спайк на Б. О, магадабл.
Спайк установлен. Блять! Как он вышел, сука, слева? Он же зашел в дым. Ёбаный светильник. Покойся с миром. Блять, и эти падлы используют пулеметы. Хотя ладно, он использует нормальный пулемет. Я думаю, он тоже с Одином. Повернуться к кому-то из нас спиной. Я, блядь, не стрелял сразу. Думал, этот хуй меня не заметил. Экономлю. Что тебе надо? Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Разведчик мертв. Сюда. Барьер установлен. Все пусто. Ястреб пошел. Ястреб пошел. Враг ослеп. Сверху. А, вверх, 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 вверх. Все пусто. О, магада был. Нихуя, какая долгая ульта. Ядрить его мать. Астрахил, астрахил. Да ладно! Ой, астр, фу, скай, да. Осторожней там. Смотрите, чтобы вас никто не прирезал. Экономлю. Да ладно, в упор. Опять. Нужна пушка. Кто за жопа? Бак. Мне нужно это. Щука. Сэч, купи, пожалуйста, оружие. Спасибо. Нужна пушка. Купите. Быстрее. Спасибо. Спасибо. Да, скорее. Сюда. Да ты, блядь, издеваешься? Как так, ну... Блядь! И почему... Ты чё, броню не купил, что ли? Спайк установлен. Фак! Самозванка убита. Ослеплю их. Тихо. Остался один игрок. Я ясно вижу свою цель. Я на ауду, я на ауду. Там. Сука. Прикончим их. На охоту. Разведчик мертв. Сюда. Ограничу обзор. Сюда. Ястреб пошел. Оператор открыл. Враг ослеп. Ястреб пошел. Враг ослеп. Подлечитесь. Сэйдж. Сюда. Сейчас Ники ни у кого не видно. Они каленые. Кроме него этот...
Спайк установлен. Я туда не пойду, у них снайпера нахуй. Остался один игрок. Оператор будет. Я понял. Сука. Ебать, он просто в голову. Чпок-чпок. Цельтесь в слабое звено, и мы разрушим всю цепь. Ладно, похороним, пока не подойдут поближе. И лучше, когда они начнут в перестрелку вместе с нашими. Если они опять сюда попрутся. Кто-то есть. Огненный ливень! Время охоты! Остался один враг. Мид, меня. Человек у нас. Стеночка есть, стеночка? Я помогу. Все пусто. Ястреб пошел. Ястреб пошел. Все, тупо стоим, охраняем. Здесь. Осторожно. Не стоило вставать, молодец, Сага. Давайте тащить, надо тащить. Погнали! А этот падла с этим, с Одином, был. Я на уйду. Сейчас они, наверное, опять сюда попрутся, и вот тогда я использую ульту. Перезаряжаю. Оглушены! Осыплю их. А! Блять, Рейна, хуй ты не сказал ничего. Убейте, убейте, ай. О, черт. Я на коморский напишу, пожалуйста. И снова в бой. Я даже не устала. А вы? На кой черт вообще кнопка помечать точку для врага, если никто этим, блять, не занимается? У меня вообще хоть точки-то помечаются для других или нет? Не, есть. Да, есть у меня. Сыграем на их слабости. Ое! Берегитесь монстра! На охоту! Ставлю приказ. Ястреб пошел. Враг ослеп. Ястреб пошел. Враг ослеп. От нее не уйдешь. Осторожно. Враг ликвидирован. Получитесь! Осторожно! Остался один враг.
А как здесь оказался Спайк? Мимо меня они не пройдут. За. Ставлю преграду. Сфера запущена. Все пусто. Та-та-та. Блять, я нихуя не купил. Спайк на А. Ограничу обзор. Перезаряжаю. Погиб, искай. Осторожно! Ястреб пошел. Наверху. Осторожно. Всем пока. 30 секунд. Nice. Все кончено. А, что-то у меня сегодня с прицеливанием говно. Матч поинт. У них на шее петля. Если что-то затянем нужно, я куплю. Ее. Я побежала. Купите мне это. Спасибо. Есть лишние деньги. Если что-то нужно, я куплю. А, да, смешно, Сергей. Сегодня? Очень смешно. Ха-ха, какой этот, как юморист, блядь. Я же никогда не промахиваюсь, ты чё? Один враг. Исцеляю. Ястреб пошел. Они падут. Бегом. Спайк на миде. О, нет. Сейдж. Ты промахнулся с дробовика в упор на днях. Не было такого. Да, не было. Угу. Это все эти... Как он? Это все извращенный И. Подредактировал видео. Угу. На самом деле такого не было. На стриме все есть. Это все это подделка. Угу. Нейросети, да. Нейросети. Угу. Они заполонили интернет. Они атакуют нас. Они изменили мое видео, чтобы я выглядел плохо на нем. Матч найден. Ну, как быстро. Блин. Значит, я старый пес. Ха-ха. Ладно. Зато я много умею. Брима еще можно любить за то, что почти никто его никогда не убирает. Да что такое? Ой, кошмар. Вот температуры толком нету, сопли чуть-чуть есть, но это не мешает. Но гребаный кашель с мокротой, это отвратительный кашель. Потому что стоит тебе просто говорить, да ты хуй с ним, хотя бы просто дышать, и ты начинаешь это. Ах, походить на 80-летнего курильщика. О! Копченый. Хотя нет, это Эдди Верба из Tekken. Потому что если вы посмотрите сейчас на этого персонажа, которого они добавили сейчас, в 8-й Tekken получается. 7-й или 8-й сейчас? По-моему, 8-й.
то он выглядит, блять, как Феникс. Также он выглядит точно так же, как Майлз Моралес, как Феникс, и как любой персонаж черный последний за... За сейчас, короче говоря. Видать, модная прическа. У тебя такое ощущение, что вот он взял, махнул вот эту, сделал дреды, потом топором его вот так вот... И все, и отрубили, что не нужно. Блядь, дреды ж так неудобно. Волосы не помоешь. Расплетать неудобно. Потом заплетать заебешься. Если там внутри кто-то поселится, ну хер ты его оттуда достанешь и выковыришь, только сбрить. Аналогично. Жвачка на волосы прилепилась. Ну все. Проковыриваешь себе лысину в этих дредах. Такое себе. Интересно, реально, зачем они скрыли... Дреды не заплетаются. Дреды это колтуны по факту. Ну, да, их же там как-то... Вот так вот мешают, да? Чтобы они за это зацепились. Ну, вообще, нахер повреждаю себе волосы еще. Ладно, тебе 20 лет, но когда тебе тридцатник пошел, у тебя уже лысина. На дреды, может, и на колтуны не хватить. Крита, с каждым годом ты все больше, как Доминик Торедо. Хотел бы сказать, все ближе к семье, но не в моем случае. Озеро в лесу, да. Озеро в лесу. Да, если еще каких-нибудь летом подхватишь клещей, будет озеро в лесу и, кстати, с живностью, да? Ну что, дадим повод сложить о нас пару военных баек? Пару бабаек про нас сложить. Пойду я, наверное, чаю налью, когда меня застрелят. Волк. Вообще смог, ну ладно. Сфера запущена. Здесь. Да не пытайтесь вы, блять, штурмовать сквозь дым, чтоб вас. А, Макада был. Враг на А. Вспышка! Даю дым. Хил. Здесь маячок. Осторожно. Ты труп. Адьос. Перезаряжу. Исцеляю. Остался один враг. Ты даришь жизнь, я забираю. Лайф, копченыш. Стена
Готово. Огонь! О, блин. Ух, Рейна. Байк установлен. Враг на А. Вижу врага. Ты на позиции. А. Здесь маячок. Вижу врага на А. Перезаряжаем. Прикончила. Ультимейт готов. Перезаряжаю. Остался один игрок. Клатч. Вот поэтому я главный. Они еще дергаются. Хотя видели нас в деле? Тактикульное превосходство, ёпта. Этот хуй сейчас кинет сюда ножик. Эй, да что ж такое? Там. Шо, на тебе дым, ты ебал. Есть дым. Осторожно, ослеплю. Наш агент со спайк мёртв. Спайк на А. Готово. Вижу врага на А. Огонь! Сука. Они падут. Больше, больше. Остался один враг. Остался один игрок. Осторожно. Установил. Ульта готова. Глаза берегите! Оф! Повезло, что Кайо оказался не таким четким. Когда команда хороша в бою, работа медика проще. Спасибо. Мне нужно оружие. Спасибо. На, держи. От груди отрываю. Так, стоит, мы с Френзио не ходили, да? Френзио-зона сейчас будет. Брысь. Враг устранен. Следующий. Даю дым. Ослеплю их. Готово. Дым на позиции. Спайк. Плэн. Установил спайк. Здесь. Остался один враг. Ультимейт готов. Вижу врага на Б. Последний враг поддержан. Самое время закупиться. Там. Тут спайк. Тут пушка. Скинодрочеры. Точно. Ставлю преграду. Жалкая тварь.
Огонь! Кинул маячок. Ограничу обзор. Враг на бой! Уф. Какой я охуенно везучий. Остался один враг. Я помогу. Перезаряжаю. Осторожней. Ушел, сукин сын. Верну то, что принадлежит мне. Забыли бабомбу. Ба-б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 а
Сфера запущена. Сфера запущена. Глаза берегите! Враг на... Взгляните страху в глаза! На позиции. Вижу врага на... Хуёво. Ах ты, подонок. Спайк на А. Один игрок. В чем речь? 30 секунд. Испортим им день. Деньги есть. Кому что купить? Купите мне это. Спасибо. Спасибо. Ограничу обзор. Они падут. Тут осторожней. Не получится. Уложил. Осторожней. Получается, Спайк мертв. Спайк на Б. Ловая завеса. Ставлю преграду. Все, погнали! Без шансов. Ультимейт готов. Смерть с небес! Один враг. Спайк на Б. Ну, я ждал больше. Какая жесть. Кто еще успел утонуть? Деньги есть. Кому что купить? Ладно. Купите мне это. Спасибо. Уф. Вытянули раунд. Жопца. Началось.
врага на Б. Даю дым. Ослеплю их. Даю дым. Ослеплю их. Давай, Оман, вперед. Вижу врага на А. Перезаряжаю. Свои, придурок. Гой. Здесь маячок. Лампа топлива. Жалкое зрелище. Good job. Меня полностью уничтожили, но я выжил. Я точно пережил. Обожаю эту фразу. Меня полностью уничтожили, но я выжил. А, из ледникового, блядь, периода, да? Выживание. Дым на позиции. Не получится. Не получится. Барьер установлен. Есть дым. Баня. Здесь. Здесь. Ограничу обзор. Вижу врага на А. Установил спайк. Огонь! Будь осторожен. Ну, блять. Вы беспомощны. Хуёво. Остался один игрок. Очень хуёво. Блять, своя же стенка нам и помешала. Это такое ощущение, что с нами как будто бы реально играют люди, которые знают, как играть, но почему-то не тянут. Что такие раскидки... Вон у них. Кайо стреляет, блядь, как снайпер. Как будто бы. Местами иногда. Вы знаете, что делать. Ставлю преграду. Прикольно. Я ослеплю их и нанесем удар. Пошли. Брызди. Врага.
есть ты. Кинул маячок. Барьер установлен. Огненный лидер! Остался один враг. Вижу врага на А. Найс. До смены сторон один раунд. Тратим все. Потом будет поздно. Сага, дай скин на вандал. Купите мне это. Спасибо. Тут пушка. Спасибо. У меня уже есть пушка. Зачем мне новая? Зачем мне пушка? Зачем мне эта пушка? Давай ты векишь пушку и будем стрелять. Цих. Ставлю преграду. Здесь. Окей. Взгляните страху в глаза! Есть дым. Да твою мать, ну почему мне не везет? Вы все еще тут? О, магада был. Вижу врага на А. Осторожно. 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 Все, погнали. 30 секунд. Спайк на А. Йору не было видно. Он, может, где-то тут сидит. Ультимейт готов. Ну, блять, кому показываю нахуй? Жаль. Давай, 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 давай. Фак. Трех секунд примерно не хватило. Смена сторон. Кто у них тащит? Беру его на себя. Вперед. Тут осторожней. Спайк установлен. Вижу врага на Б. Блять. Хорошая попытка. Барьер установлен. Перезаряжаю. Остался один враг. Смелая попытка. Перезаряжаем. Чувствую напряжение. Капец, борзый, а.
Ужас какой. Перезаряжаю. Осторожно. Прикончила. Ставят там. Вижу врага на А. Спайк установлен. Успели. Их Спайк обезврежен. Ус, мать его, спели. Не забывайте разговаривать друг с другом. Хорошая коммуникация — залог победы. Нужна пушка. Сорян, чувак, никак. А стопа, что я тут-то делаю? Мне же надо ставить дымы. Ставить дымы. Там. Прикончила. Даю дым. Вижу врага на А. Тут остался. Не получится. Огонь! Даю дым! Стена готова. Три души. Осторожней. Блять, сейчас бы мне вот пригодилась эта хуйня. Остался один враг. Спайк на Б. Тут Спайк. Здесь. 30 секунд. Мид топает. Матчпоинт. Еще одна победа, и можно будет выпить. Все вместе! Дым на позиции. Даю дым. Огонь! Будь осторожней. Следующий. Блять! Здесь маячок. Спайк на А. Спокоен. Барьер установлен. Фух. Осторожно. Тут осторожней. Ах ты, бляха-муха. Еще один хуй здесь. Остался один враг. Спайк на А. Фух. Победа защитника. Это я, конечно, вообще неудачно выпрыгнул. Но они, скорее всего, на меня и отвлеклись. Послужил необдуманной приманкой. Ладно.
Два раза отыграли. Это значит, что, черт, сейчас мы еще на бронзу 3 пойдем. Заебительно. И у нас почти хватает до следующего персонажа. Сколько, кстати, до него вообще осталось, если так, в числах? Ровно 100 тысяч. Ну вот, где-то еще 3-4 дня и сможем ее так взять. Либо сможем ее купить чуть позже, через месяц. И так деньги у нас есть. Местные. Так, ладно, на этом пока торможу Valorant. Сейчас быстренько чайку попью и будем проходить каслу следующую. Последнюю, получается, в списке каслований официальных. Это у нас Castlevania Lords of Shadow 2. И после этого будут каслы, скорее всего, недоделанные или неофициальные, да? Типа для Dreamcast'а, может быть, запустим хотя бы раз попробовать всякие модные каслы, которые... Типа ревамп, типа какой-то там Лекард Хрониклс, что-то меня спрашивали. Не знаю насчет проходить их, но запустить можно, посмотреть. И у нас еще Bloodstained, потом... Lados War, и переходим Legacy of Kain. Ну и, соответственно, надо будет потихоньку еще добивать G-Police и этот... Dino Crisis начинать уже тоже пинать. Да, Семен? Так что после Lords of Shadows немножко притормозим с касла, будем другие игры стримить. Ладно, всем давайте и увидимся.